Затянувшие дождем, счастье двери затворит, а может кто-то вдруг согреет нас любовью и теплом. Куда спешишь, куда торопишься, дорога, судьба одна у нас с тобой и путь один. Ну, что-то я его пропустил. Да фор, как фором. Ты чего? А может он контрабанду везет какую-нибудь? Ты об этом не подумал? Нет, командир. Ну так быстрее за ним, быстрее. Давай, давай, газуй. Окей. Давай, газуй, газуй. Может, он уже уехал. Давай. Газуй. Давай, давай, давай. Может, он там стоит. Где не то. Поаккуратней. На поворотах. Ты что, вдруг нас занесет? Извините, сэр. Этот УАЗик вообще не газует. Вот только что газовал, а теперь нет, да? За МАЗом угнаться не может, за грузовиком. Да этот УАЗик 100 раз быстрее грузовика. Ты чё не можешь? Чё не можешь? Давай, гони, жми. Да гоню, гоню. Как бы в него не впиявиться, он же нас раздавит под крошку. Гони! Так, стоять, стоять! Стой! Стой! Чё угонял от нас? Ну, куда? Как вас зовут? Открой окно! Слыши! Да дальнобойщики мы обычные! Дай проеду. Дальнобойщики обычные. Чем вы не фурочите? Стой, стой, стой. Так, откроем, проверим, что там. Все же пришлось их отпустить. Ну, пускай едут. Ну, где они? А? Где они? Да ё-моё, чё ты кипишуешь? А? Сейчас позвоню, спрошу. Блин, а знаешь, почему я кипишу? Потому что они вот тебе позвонили, ты сказал, что всё нормально, едут через базу. Выезжают из базы, едут через базу, всё такое, бля-бля-бля. А мы теперь не знаем, где они. Где они? Без понятия, где они. Так, поехали в Корнуково. Вот напечатали мне. В Корнукове находится.
В каком кормокове? Ты что, издеваешься, что ли? Ой, у меня глаза уже слепятся. Вчера вот позвонили и говорят, что и проезжают эту базу долбанную. Мы пока в рейсе, мы пока из рейса, пока груз, пока то все. А тут еще они. Господи, да что ты кипишишь так, а? Мы сейчас доедем до них, ну. Я кипишу. Мне, если б я не забыл этот долбанный телефон у них в кабине, хотя ты забыл, ты его брал, то бы я так не кипишовал. Я бы так с тобой не разговаривал, но ты его забыл, ты понимаешь, забыл. Теперь мы без моего телефона. Ух, мне жена голову оторвет. Ух. Я даже тебе бы такую мучительную смерть не пожелал. Ой, господи, да чего ты кипишуешь так? Ладно, едем. Вот так. Долго до Корнукова? Нет, недолго. На поворот направо. Ой, господи. Так, копы проехали. Да, копы что-то разъехались у нас здесь. Сегодня. Вот тут направо. Да вижу я. Вижу. Ну, давай, мы поворачиваем. Ну, нормально приехали. Вот ты поаккуратнее ехать не мог? Не мог ехать поаккуратнее? Да что ты на меня кипишуешь? Если б ты не забыл этот грёбаный телефон у них в кабине, то мы вообще бы не влипли. И что нам теперь делать? А, что нам теперь делать? Что прикажешь делать теперь нам, а? Вот, блин, ну, КамАЗ же, он новый. Мы его недавно купили. А ты его сломал, я тебя зарежу. Да не сломал я его, мы просто заглохли. Вот если я найду хоть одну пылинку в двигателе, я тебя... Чё ты со мной сделаешь? Ничего ты со мной не сделаешь. Молчи давай. Ё-моё, чё за наказание, а? Вот не говори, что нам придётся вот кого-то вызывать. Вот вообще, все сказают мне. Пофигу, дальнобойщики в это садились по полной за некоторых. Ладно, давай. Сейчас позвоню. Тын-тын-тын-тын-тын. Так. А где мой напарник? Куда я дел своего напарника? Чё, он куда-то ушёл? Ладно, седу в машину тоже. Фух. Так, вот он сидит. Так, теперь ты за баранкой. Я всё, я дрыхнуть. В люльку. Хорошо, садись давай. Ну-ка, проверим мой телефон. Давай, проверяй. Что ты умолкнул? Вези меня в Лаптары, к моей бабушке. А чего?
158 пропущенных. Юху, мой, юху. Вообще. У тебя видоватый кто-то живет? Мать. Ну, поехали видоватого, нам груз туда дали. Эх, тебе не повезло. Вот, вот она звонит, звонит, вот. Не отвечай, не отвечай, братан, не отвечай, все, молчи. Эх, я тебя. Леса, поля и города проплывают мимо. Знакомые, как дембель с пьяником. Нас несет по шоссе сейчас старая кабина. Кабина тоже маленький наш дом. Да, конечно, земляк, не очень торопись. Баранку доворачивать. Повороты не всегда крутые. Ой, не повезло. Даже в плавный поворот резко. Все, я спать. Да спи, господи. Я тебя что, заставлял, что ли, сидеть? Вот это все, читать телефон свой. Нет. А я тебя заставлял его терять вот в кабине у этих двух отщепенцев? Нет, не заставлял. Я думал, ты уже забыл давно. Слушай, я тебя сейчас выброшу из этой машины и поеду один. Ладно, ладно. Вот так, сиди молча и смотри на дорогу. Ну, мы где едем? Ну, да вот, виднеется видоватого. Понятно. Ну, сколько я спал? Часик. Всего час. Даже меньше. Еще лучше. Сейчас отоспишь у своей матери. Понятно. Так, все, спасибо, до свидания. Так, напарничок, давай, погляди, где он. Вон там дальше, такой оранжевый кирпичный дом, или оранжево-бетонный. Вот туда идем. Да. Так, какой, говоришь, вон там, видишь, МТЗ, вот, да, вот этот, около МТЗ. А, ну все, давай, поворот. Оп. Вот этот дом, да, 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 он. Ну все, пойдем. Познакомлю тебя со своей мамой.
Ну, а в этом ролике хочу выразить особую благодарность человеку, который мне помог создать этот сериал, ну, вот именно эту серию в самом начале. Спасибо тебе, 21 Рус. Он мне помог, зашел случайно на этот сервер. Ну, не случайно, я искал много серверов, никто не хотел помогать, все отказывались, а он мне помог. Спасибо тебе большое, большое тебе спасибо. Жду от тебя комментария. Может быть, как-нибудь, например, ВК. Я, может, когда-нибудь оставлю ссылку на свой ВК. Но это не сейчас. Когда стукнет 10 подписчиков, я буду оставлять ссылки. Так что, спасибо тебе, братан. Жду от тебя комментария. Давай, удачи. Ну а что, братиши, народы, с вами был Алекс. Всем удачи, всем пока.